Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Зубного Сустика. У нас в эфире Stray. Да, игрушка хайпанула. Много кто ее уже хотел записать, пройти, посмотреть. Уже, наверное, давно это сделали. Но я у себя на канале играю в то, что мне нравится, в то, что мне хочется. И не всегда это совпадает с временем выхода игры. Что, конечно, для канала может быть проблемой. И вот, на самом деле, очень волнуюсь, потому что впервые вот решил попробовать включить камеру. Не знаю, что из этого получится. На самом деле это немного волнует. Хотя канал уже столько времени и все такое. Ну да ладно. Игрушка у нас про кота. Рыжего кота. У меня на самом деле, сколько я себя помню, всегда был кот. Когда я был очень маленький, мы взяли белого кота. Потом позже у нас умер Маська. Появился Рыжик. Рыжий кот. Он прожил... Почти, наверное, 19 лет, точно не знаем. Но вот, можно сказать, почти всю сознательную жизнь я помню, что у меня был вот такой мурыська, как сейчас на экране. Так что, да, игра, в принципе, получается линейная. Сюжет такой вот есть, русской озвучки нет. Для меня вообще идеальная игра должна. И нужно искать по всяким камушкам, там какие-то предметы, вроде бы еще что-то. Но обзоров я смотрел кучу, что здесь говорить, если проще начать играть. Блин, затянулось, конечно, с этим разговором. Ладно, будем считать, я сверчок. Совесть вот этого кота. Также там вот какой-то робот же есть. Обзоров. Ну, я не мог пропустить их миллион. Ладно, посмотрим. Но сам игровой процесс я еще не видел специально, потому что видите, одна из тех игр, есть игры, в которые ты хочешь играть, а есть те, которые ты думаешь, нет, я играть не буду, но я посмотрю. Мне кажется, для меня Stray это то, что во что надо поиграть. Перенастроил чуть управление, чтобы было более привычно после Геншина. Давайте-ка посмотрим. Ну, тебе какой катался. Милаха. Прям как реальный кот двигается. И хвостик даже дергается. Ладно. Что такое? Сейчас тебе дадут по морде. Если по морде дадут. Ну почти. Ну почти. Я думал, он меня тоже тяпнет. Ну ладно. Что, мне совсем надо котик? Котик какой белый. Мурля. Вот, не знаю, наверное, даже фотку своего кота покажу. Вот этот кот, рыжий с белым. Очень похож на моего. На рыжика. Мрем. Все, спать ложимся. Ну да. Ну, конечно, такая погода. Что еще делать в такую погоду? В окно здесь смотреть. Ну, котики спать, видимо, собираются. Котики вообще все время спят. Там ученые вроде говорили, что коты спят у нас... По-моему, 2/3 своей жизни они спят, да? Или около того. Так обычно возьмешь как за ушко щетинку, так спит, ухом дёрг. Потом просыпается, смотрит, ну что ты мне спать не даешь, ну что такое? Жарко вообще сейчас в Москве, кошмар. Ну, я сижу записываю в рубашке. Ну, зато то, что я включил камеру, знаете, меня сподвигло, наконец, вон там вот сзади, хорошенько так прибраться, разобрать книги по полкам, которые лежат, какие-то прочитал, кинул где-нибудь. Вот как бывает, он, знаете, майку кинет после работы или еще что-то.
Так, это, видимо, новая глава «Внутри стен» называется. Красиво. Блин, главное, не посидишь как хочется, потому что нужно не выпадать из камеры. Что ж такое-то? Эх, еще вода. Сейчас сядь. Мяу. Красивая. Простенькая, но красивая картина. Черненький кошасик. Интересно, здесь... Ух ты. Он перепрыгивает. Я думал, сейчас просто побежит по этим. Ну вот, вот так вот по лесенке, как по плоскости побежит котик. А, нет, они вон... Интересно, если камешки. Не, ну камушки, по-моему, немного насквозь, потому что трава двигается. Классно вообще. Привет. Мряу, мряу. Тут что-то такое заброшенное. А, я думал, что-то уже началось. Мне с вами идти надо. Нажмите левый альт, чтобы меня укрыть. Белочье царство. А, ну давайте. Идем. А, я, наверное, первый должен, что ли? Не, не первый, но... Но они без меня не пойдут, понятно. О, даже пасть открывается реалистично, когда мяукает. Прикольно. По прямой не идут кошки, да? Вообще. Это что такое? Кьют. Остановить. Одна лапка. А, мне нужно много раз нажимать. Интересно. Ну, наверное, можно сколько угодно, но... Ладно. У нас раньше была разная мебель абсолютно дома. А стоит в какой-то момент мягкая мебель, всякие диваны, кресла стали, знаете, такие, чем-то похожи на рогожу, такие материалы. Потому что иначе кошки вообще раздирают. А обои — это вообще непозволительная вещь. Ну, не знаю, из-за этого или в принципе, я вообще не люблю обои как таковые. Ну все. Здесь много такого будет, вы говорите, с кошатником. Так, ладно. Я не против собак, но... Так, мне собаки нравятся, но если домой, то, пожалуйста, дайте мне хвост. Не надо собак. По очереди. Глубоко. Ну, на 7-м этаже у нас... Я так боялся, как кот на какие-то перила залезал или еще куда-то. А. Язык это. Ладно. Ну так сидишь, кота отвлечешь во время его вылизывания. Он возьмет так, сидит так. С язык торчит у него. И вот так он у меня по перилам балкона как раз шастал. Я вообще всегда за одного и второго кота пугался. Но ни разу, к счастью, не упали. У знакомых бывало, что кошки падали с балкона, но это, к счастью, не часто, потому что... Я понимаю, что кошки, они там могут падать на четыре лапы и все такое, но все же. Интересно. Only... Human personal only. Только людской персонал и какие-то еще закорючки. Интересно. И... А, стой, а где вы? Удержите... А, удерживать пробел, чтобы пропрыгать, да? Так, а стойте, я иду. Не оставляйте меня тут одного.
О, они тоже побежали. А, то есть я мог бежать. Вы быстрее добежали, куда надо, да? Вниз пора. Мяу. Куда мы идем? Кто нас ведет? Или мы просто... Ой. Куда это? Под диван! Под диван! Камера не хочет работать. Удерживайте правую кнопку мыши, чтобы осмотреться. А, типа бинокль такого, да, получается. А, кота так нельзя посмотреть, да? Только из других котов. Так, что-то он так шатается, начинает по очереди. А, я? Я следующий? Хорошо. Куда мы идем? Мне это не нравится. С таким же взглядом кот с дивана падал. Но это тут не диван, тут... Вообще не понятно, куда. Сколько пролетел кот. Явно не на четыре лапки. С ним треском все экранчики зажигаются. Сюда кто-то пришел проверять. Это что такое? Что это было за хрена, а? Я думал, на ветру колышется пакет, а там кто-то из них выбежал. Все время забываю, что у меня камера не вот здесь, где у меня второй экран. Здесь у меня первый, а камера вот тут. Мне очень сложно смотреть. Почему-то. А в воду нельзя, да? Темно как. Ну, я сам настроил, конечно, как-то. Манекен. Бочки, какие-то мусорные пакеты. Интересно, а также вот точка взаимодействия будет маленьким кругляшком подсвечиваться? Или нет? А что? Что это такое? А, запрыгнул. Ошибись, очень полезно. Ух ты, банки под ногами двигаются. Ну, почти все. Ладно. Думаю, потихоньку к этим мелочам я привыкну. Не явно куда-то туда. Может, вот эти вот странные штуки. Это кто-то из здешних хозяев. Так, достижение неудачный прыжок. Пойдите внутрь города. Так, ну, спойлер, понятно, я в городе. Хотя, так, следующая глава. Мертвый город. Текс. Ничего это. Зачем мне сюда? А, видимо, я сюда запрыгнул, потому что могу. Допустим. Номера телефонов какие-то, закорючки. А там было написано Human Personal.
Это те, которые пролезли под этот? А где они? Они сюда ушли. Двое сюда, один куда-то сюда. Непонятно. Ладно, а что мне делать? Поверху как-нибудь? Ага. Привет. Чего? Я мяукаю, она кивает. Нормально. Выключилось? Странно. Это лиска. Вот они. Наверное, вон туда уж прошмыгнули. А это что? Это робот. Зачем? Я могу. Ладно. Странно. А почему здесь так пусто? Так. Human personal only. Не шуметь. Ну, точнее, сигналить нельзя. Выключилось. Камера, по-моему, работала. Еще один робот. Хелп. Кому хелп? Небо кто хелп? Так, мне туда, да? Здесь еще есть одна бочка. Я могу, интересно, здесь что-нибудь находить? Я хочу что-нибудь находить. Я хочу находить вещи. Я хочу найти вещи какие-нибудь. Там тоже какие-то цифры непонятные. А он там по-английски написано. Налево. А направо не знаю. Какие-то черепки везде нарисованы время от времени. Вот такие вот. Follow me. На каждый мяу реагирует. Еще один робот. Без руки. Куда? А, вот. Вентиляция. Зачем мне ведро? Вот! А я могу взять его с собой? Я бы его поставил под практичку. Котя. Я знаю, что такой непослушный, но все. Идите. Все, он стоит на месте. Ну да, видимо, все, с чем можно взаимодействовать, все-таки так или иначе. Ага, мяукать я не могу. Логично. Так, наверх, наверное, мне надо. Ведерко я с собой оставлю. И чего? А может... Нормально, так быстрее, пока ведро не раздавило. Что я делаю? Рыжий, ты зачем это сделал? Рыжий, нельзя. Хотя, сейчас все можно. Тут нету, кто тебя может подругать. Но если их можно столкнуть, значит их надо столкнуть. Ну, почему? Нет, просто потому что она стоит. Там что, вода? Ну ладно. Я пытаюсь заглянуть лично, ничего не видно. Конечно. Да. Так.
follow me. Там еще кто-то что-то говорил. Так. А как follow? Follow тебе. Давайте попробуем сюда забраться. Эй, камеру отдай. Ну ладно. Так, юшка. Нет? Давай! Так вот оно что. Так, теперь внутрь, да? Что такое? Ну, я очень не любил, когда мой кот так делал. Я его в него кидался подушкой, тапком или еще чем-нибудь, чтобы он этого не делал. Но сейчас я кот. Не мог. Где-нибудь... Что, я могу все ковры, что ли? Так, ладно. Спустись. Ну что? Можно попить. Мужские носки. А здесь опять на неизвестном языке что-то все написано. Там тоже. Фото роботов. Нельзя запрыгнуть. Что-то здесь написано. Какие-то пометки. Ладно. Так. Запрет денег. Опять на неизвестном языке все написано. Какой-то горящая морда. Номера, не знаю, телефонов или чего. Король. Так, ладно, хватит ерундой заниматься. Куда мне? Сюда? Транспорт. Мне кажется, нормально, он мог бы и так спрыгнуть. Смайлик, ну просто граффити какой-то. Что такое? Непонятно. Надо выпрямиться, а то я под стол куда-то забираюсь. Вот там я понимаю, здесь он куда мог деться. Уже вообще тупик. Вон еще. Вы кто такие? Что они делают? Эй! Мурло! Привет. Рыжий, ты зачем на кнопку выключения нажал? Допустим. А здесь уже вывески, я смотрю, на английском нет. Neko Corporation. Так, только сейчас обратил внимание. Корпорация Neko. Но Neko, это же как раз таки, по-моему, кошка по-японски. Корпорация кошка. Хотя, может, это аббревиатура какая-то. Так, у меня, значит, вот... А что выключилось? Чтобы я не обжегся? Спасибо. Ну, остыть не успеть, наверное. Нет. Опять эти пугливые штуки бегают. Ну отсюда. Что-то нет. Не то. Удержите левую шею, чтобы бежать. Ага. Не. Извиняйте. Нет! Левый альт. Я их могу сбрасывать. Хорошо. Только отвалите. Куда мне бежать? Вот сюда. А, так, указатели. Так, налево. А. Убегайте. Уйди. Уйдите нафиг. Страшные херовины.
Мяу! Мяу! Уйди, 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 уйди! Херобориный! Херобориный! Уйдите! Беги, 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 беги! Котя! Иди, давай, 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 шуруй, шуруй! Давай, давай, ай! Нет, 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 да, да откуда вас столько-то? Что вы такое? Я думал, вы меня боитесь! Чигли, вы на меня прыгаете! Куда, куда, куда? Ай, давай, ага, все. Окно закрылось. Фу. Жесть. Гирлянда? Ничего вроде интересного, хотя проблема. Ага, проблема. О, фотка коровы. Black Home 2. Какой-то постер. Не знаю, что это такое. Выезд какая-то магазинная. Так. Страшные хреновины. Страшных хреновин нету. Почему туда? Куда мне надо? Вниз? Я иду. Такое все здесь ненадежное, конечно. Так. Тут можно взаимодействовать. Что это даст? Ага. Хорошо. Тут что? Наверное, какие-то вещи в пакетах висят на крючках. Граффити. В принципе, интересно, а бутылка разобьется, если уроню? Нет. Ну, хотя здесь и высота небольшая. Так, ладно. Зур? А, точно, этих страшных хреновин-то зургами зовут. Зургами или зурками. Зук, ну, что-то там в каких-то обзорах-то было. Закрылось? Так. 11 октября, календарик. А, то есть я мявкаю, и мне показывает, куда это, куда бежать. И чего? Где туда? Ну, я понял. А как? А что если... А можно побежать? Или ты аккуратный котик? Угу, все, понял. Спасибо. Так, что у нас тут? Наверное, вот на эти ящики. Что-нибудь еще есть интересное? Привет. Сюда? Ну, камера с этой стороны работает, значит, наверное, сюда. Нет, 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 так, наверное, на вывеску. Куда дальше? Ага. Окей. Ну что-то кроме как подрать когти или...
А, понятно, столкнуть ее надо. Так, поехали. Кроме как драть когти и сбрасывать эти штуки, я больше здесь... Ну, сбрасывать что-либо. Я ничего больше не видел тут. Может и нету. И максимальная линейность. То есть, здесь, по-моему, нет никакой вариативности. Куда мне идти, зачем идти. Ага, там вон от этих... От голубей. Штырьки. Да и вот здесь тоже. Так. Туда. Ага. Туда и туда. Вывеска, балкон. Потом на следующую, наверное, вывеску можно. Так, а тут есть что-нибудь? Я вот все время что-нибудь ищу, но у меня ощущение, что здесь нечего искать. Туда, да? А как это лучше? А, вон вообще наверх. Так, на перила можно? Спасибо. Так, теперь еще выше. Дальше куда? Куда, куда, куда? Да. А, там доска. Я ее не заметил. Ну, чтобы не упало. Так, тут у нас... Ну да, правильно, в эту сторону. Здесь опять свет нормальный. Велосипед стоит. Ну такой, у меня у дедушки, наверное. Нет, только с другим рулем, но похоже будет. То есть достаточно старая техника. Почтовые ящики. Так, хорошо. А, точно, мне же еще выше надо. Забыл. Там вот такая стрелочка была. Ага. Сюда. Туда, да, наверное, где светится. Сейчас посмотрим. Здесь, в принципе, даже граффити те же самые. Вряд ли их миллион и одно граффити в игре. Еще такой же велосипед стоит один в один. Хотя бы другого цвета стоял, что ли. Чем-то тебя заклинить надо, да? Ведерко, ведерко. Хотя как твое ведерко запихну? Вон, взаимодействие появилось. И что такое? Типа пробки вытащил, да? Ну да, как какой-то с ремешком, то ли предохранитель, то ли батарея, что-то такое. Возьму с собой. Так, следующая глава. Квартира. Ну или локация, не знаю даже. Так, сколько я пишу? 33 минуты. Надо как-то разбивать ролики. Опа, а здесь на английском. Так, Valid City 99 Integration University. Так, мелко так написано. Ну, в общем, какая-то то ли диплом, то ли что. Так, стоп, а где мой предохранитель? Я же его взял с собой, нет? Видимо, котик его выронил. Так, прыгал. Ладно. Плуэ... Металл Куэ. Чего? Интересно. А что можно сделать? Выключить? Ну пусть музыка. О, книжки упали. Прошу прощения. Так, тут нельзя сюда. Нужна помощь. Видимо, это меня сюда и привело. Жесткий диск. Жесткий диск, наверное, звуковая карта, оперативная память. А тут что? Какой-то список. Ну, знаете, я предполагаю, что для первого видео на этом может быть все. 35 минут.
и нужна кому-то помощь. Так что, кому нужна помощь, предполагаю, что узнаем это с вами в следующем видео. Так что, ребят, большое вам спасибо за просмотр и до новых встреч. А я, пожалуй, пойду писать следующее сразу. Почему нет? Ага, и тебе, мяу. Сейчас я к тебе вернусь.